Инвестиционный проект по строительству цеха сероочистки реализовывался с 2009 года в основном за счет средств акционерного общества «Донецксталь металлургический завод». Общая сумма инвестиций – около 200 миллионов гривен. В 2011 году по программе создания новых рабочих мест для обеспечения занятости населения Донецкой области Макеев-Коксу выделено 10 миллионов гривен бюджетных средств. В мероприятии приняли участие заместитель министра экологии и природных ресурсов Украины Игорь Вильдман, председатель Донецкой областной государственной администрации Андрей Шишацкий, представители духовенства во главе с митрополитом Донецким и Мариупольским Иларионом, руководство и работники предприятия. Открытию цеха предшествовало посещение почетными гостями храма, который действует на территории предприятия. Вот я только что совершил молебен на начало всякого доброго дела. И во время молебна я вспоминал такое предприятие, как Коксохим. И вспомнил я те далекие ушедшие года, когда на территории такого предприятия, такого завода, такого комбината большого, всегда было темно, страшно, кругом сажа, кругом грязь, потому что такое было производство. А сегодня почти это центр города Макеевки, стоит такой большой гигант. И войдя на территорию, я проехал даже, посмотрел и увидел эту чистоту, порядок. Председатель правления Макеев-Кокс Александр Коломиченко ознакомил присутствующих с проектом строительства цеха очистки коксового газа от сероводорода. Принимали участие 4 института проектные, а оборудование получали мы с 17 стран мира, в том числе Соединенных Штатов Америки, это задвижки, с Японии, это киповское оборудование, с Южной Кореи тоже задвижки и так далее. То есть цех уникален и очень сложный и тяжелый. В своем приветственном слове на торжественном митинге председатель облгосадминистрации отметил, что введение в эксплуатацию цеха очистки коксового газа от сероводорода является важной экологической составляющей, которая позволит улучшить здоровье и благополучие людей. Дорогие заводчане и гости праздника, очень символично вот это открытие нового цеха сероочистки в год 80-летия завода, в год 80-летие области. Наш президент требует, чтобы любой проект, который реализуется в стране, имел экологическую составляющую. И этот проект, как никто другой, имеет такую составляющую. Андрей Шишацкий подчеркнул, что использование новых технологий очистки позволит снизить содержание токсичных соединений серы в очищенном газе в 6 раз, что является практически международным стандартом по экологической безопасности. Кроме всего прочего, еще есть и реальные результаты. Это новые рабочие места, 96, это 2 миллиона ежегодно в бюджет. И еще раз хочу вернуться, это более чистый воздух для Макеевки, для нас с вами, для наших детей. В завершении митинга почетные гости торжественно перерезали ленточку, после чего состоялся запуск нового цеха очистки коксового газа от сероводорода. Кира Думская, Первый муниципальный.